Осмотр реконструкции завода «Керамика», знакомство с реализацией инвестиционного проекта по клинкерной плитке, а также проверка строительства гостиницы класса «Три звезды». Таков был план на сегодня у председателя Кабинета министров Ивана Моторина. Вместе с ним по объектам ездила и наша съемочная группа. Первым делом председатель Кабинета министров отправился на завод по производству санитарно-технических изделий в Новочебоксарск. Как оказалось, предприятие реконструировали и переоснастили. Теперь сантехника производится в основном на западном оборудовании. Кстати, организация планирует увеличить производство до 1 миллиона изделий. Сейчас, после внедрения нового оборудования, происходит цикл технологического приспособления этого оборудования. И мы сейчас постепенно выходим на эту мощность. То есть сейчас, наверное, процентов 50 от этого уже реализовано. Но чем ближе к этому миллиону, тем сложнее дальше реализовывать. Иван Моторин предложил предприятию договориться со службой занятости и проводить обучение работников на новом оборудовании. А вот на территории строительства предприятия по производству клинкерной плитки ни проблем, ни вопросов к премьер-министру не было. Все идет по графику, четко, по каждому углу все просчитывают. Никаких вопросов нет. Администрация помогает. Все оборудование по первому заводу уже как раз привезено, уже поставлено. Сейчас идет постулат. Сейчас пройдемся. Печь уже мы запустили. Самое главное в сердце – это печь. 96 метров. Сушилу завтра запускаем. И на следующей неделе первые образцы плитки уже получаем. 300 тонн глины будет перерабатываться на этом заводе. И неудивительно, что руководство решило провести свою ветку железнодорожного транспорта. Один из двух заводов будет готов уже через 3 месяца, а к декабрю этого года должны запустить гостиницу класса «Три звезды» на улице Карла Маркса. Даже несмотря на то, что пока на объекте работают лишь 16 человек. Первоначальными планами немного скорректировали, да, вы? Да, чуть-чуть, да. Я посмотрел, увеличить надо было. И пуск запланировали, да, уже на следующий год. И, да. Ну, так сказать, экспертиза, и там проективность все-таки подзатянулась немножко. Да, чуть-чуть сдвинулась. А с чем связано-то? Сам по себе здание приспосабливать надо или реконструкция сложная, там, да, реконструкция сложная, потому что новые построить легче. В целом председатель Кабинета министров проверкой остался доволен. Нормальная рабочая поездка. В принципе, все три предпринимателя, все компании работают над своими проектами инвестиционными. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика.